Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Постоянно меняется решение, не могу определиться. В том году было тату, в этом году желание каждый месяц пить тату поутихло. Но бывает неделя, я уверен на все 100, что больше никогда не буду пить тату. Через неделю у меня снова в голове мысли может набить еще тату, и так может продолжаться чуть ли не каждую неделю, причем так во всем. Помимо этого, не могу определиться даже с покупкой обычной воды в магазине. Помогите. Итак, вам сложно получается принять решение. Для вас принятие решения выглядит как чем-то очень трудным, очень тяжелым. Вот. Судя по тому, что можно видеть, да, судя по тому вот, как вы об этом рассказываете, я думаю, что, ну, совершенно очевидно, как бы, что вам очень тяжело принимать решение. Давайте разберемся для начала с этимологией данного явления у вас. То есть, как вы пришли к тому, что с вами вот сейчас происходит, вот. Как вы оказались в этом, скажем так, состояние, вот. Всегда ли у вас так было, вот. Если так было не всегда, то давайте попробуем увидеть, с какого момента у вас это началось. Вот, для того, чтобы лучше понимать, то, как вы вот себя ощущаете, да, как вы себя воспринимаете и так далее. Значит, человеку сложно бывает принять решение тогда, когда он боится поступить неверно. То есть, когда есть вот такой страх. А страх, что я сейчас вот как-то поступлю, да? Вот, и буду чувствовать себя плохо. То есть вы боитесь, получается, какого-то вот осуждение. Вы боитесь, получается, ошибки. Вот, вы запрещаете себя ошибиться.
И, соответственно, нужно в данном случае увидеть, как вы приходите к тому, чтобы бояться ошибиться. Чем для вас так страшна ошибка? И фактически между чем и чем, да, вы выбираете. Вот. То есть, тут мы, в принципе, можем увидеть, на мой взгляд, вполне такую жизненную достаточно картинку, достаточно жизненную мы можем увидеть ситуацию, вот, когда вам очень сложно с одной стороны отказаться от чего-то, то есть признать, например, что что-то вы по итогу получить не сможете. Вот. Да. Ну, то есть вот. Что-то вы не получите. По факту. То есть от чего-то придется отказаться. Вот. И вам это довольно-таки полезно, как мы можем видеть, дается. Также я бы сказал, что есть такой элемент недоверия себе у вас. Вот. Тут тоже нужно смотреть, как вы оказываетесь в этом положении, в этом состоянии, вот, состоянии, когда я себе не могу доверять. Что это за состояние, с чем оно связано и так далее. То есть, как видите, здесь вот непризнание возможности ошибиться
требования к себе. А своего рода быть идеальной, да? Оборачивается вам боком. И боком при этом довольно серьезно. Довольно существенно. Вот. Это нужно понимать. Конечно же. Вот как-то так. А еще вы спрашиваете о том, а вот, как вот помогите. Вот вы, ну, вы просите помощи у нас, и я думаю, что это, конечно, хорошо, что вы хотите помощи, вот, но давайте мы с вами постараемся увидеть, как именно вы хотите, чтобы мы вам помогли, как конкретно вы этого хотите. А вот. То есть на какую помощь вы рассчитываете? Вот. А по-хорошему вам нужна психотерапия, вот. Работа со страхами, с уверенностью в себе, да, вот, в данном случае такими не совсем, мягко говоря, корректными требованиями, вот, к себе, потому что, ну, вам эти требования только мешают. Вот. Ну, вопрос заключается в том, хотите ли вы и готовы ли вы этим, в общем-то, заниматься, да? Вот. То есть, хотите ли вы на это как-то обращать свое внимание? Вот. Вот примерно такой ответ я мог бы вам дать. При этом обратите внимание, что нет такого чувства, нет ощущения, что вы как-то отдаете себе отчет в том, например, что для вас значит или значат татуировки. То есть, ну вот, условно говоря, вы хотите набивать тату, а? Что для вас это значит? Какое значение для вас имеет? Почему именно тату, например? То, что вы не можете определиться, связано с нечеткостью вашей сферы интересов. Вот. Тут тоже момент, хотите ли вы этим вопросом заниматься. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за
обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.